Всем привет, дорогие подписчики, с вами Рязан. И я решил поиграть в одну хоррор, вроде бы она хоррор-игрушка. Она называется Five Nights in Anime. Здесь аниматрониками являются сексуальные какие-то няшечки с пятым, от четвертого, наверное, до шестого размера груди. Вот, и они пытаются меня убить. Как видите, я сижу на работе, вот, охраняю. Ну что, давайте ночь первая, ночь вторая, посмотрим, что это за игра такая. Основы пяти ночей Фредди здесь сохранены, то есть мы сидим, должны что-то делать. Ну, точнее, следить за аниматрониками, как-то пытаться их не допустить к себе. Здесь, по-моему, идут основы, как из первой части, то есть нам надо закрывать двери. Так, звонок, интересно послушать. Дверь закрыта. Ой, да заткнись нафиг, я ничего не слышу. Так, ладно, сделаем потише. Ага, мы должны светить. И... как у нас... а, все. Как у нас посмотреть в этот... в камеру? Камера... открываем дверь. Подождите. Так. Открываем дверь. А вот насчет камеры немного я не понимаю. Сейчас я... а, во. Так. А что я нажимал? А, все. Смотрите. Вот они. Сексуальные теняшечки. Одна на столе сидит. Здесь... о. Мадара. Потом, кто у нас тут? Маска Ичиго. Короче, чисто для анимешников игра сделана. Но такое многое знакомое. Многое для нас знакомое. Это типа анимешная кафешка, так. Вот, камеру на, короче, стрелочку вниз. Ой, она мне жопу показывает. Вы меня убить хотите или вы меня хотите соблазнить до смерти, чтобы я просто от счастья умер? Так, тут, кстати, вы заметили, тоже висят няшки пиксельные. Вот. Ой, она уже близко. Так. Пока никого. А с этой стороны? Чувствую, она меня сейчас убьет. Я только... только час ночи. Рано меня убивать. Так. Ой, это тоже... она близится ко мне. Она уже близко. Сиськи близко, они меня убьют и задушат. Я не знаю... ну да, в принципе, игрушка прикольная такая. Ой, что-то сексуальный звук такой был, слушайте. Так, у меня энергия тратится, это плохо. Так, надо открыть. Посмотреть, она ушла. Эй, так, вот эта желтенькая пытается своими булками ко мне подкатить. И здесь кто? Все, ушла, хорошо. Тут никого. Так, все, куда делась синенькая? Синенькая куда-то исчезла. Желтенькая рядом. Какая из них мне больше нравится? Ну, пока что не знаю. Наверное, желтенькая, она такая симпотная. Смотрите, какая. Прям вообще классненькая, да? Синенькая, в принципе, тоже ничего такая. Но мне, наверное, желтенькая больше нравится. Вот это вот тоже хорошая, конечно. Так. Я слишком много заряда трачу на то, чтобы посмотреть на их сиськи. И чувствую, я умру в первую же ночь. Я не хочу умирать. Я хочу смотреть на сиськи. Ой-ой-ой. Что за звук? Так, что-то было. Ага. Она меня типа манит. По-моему, это был звук похож, как будто кто-то фапает. Ну, да. Что-то такое было. Ой-ой-ой. Она близко. Закрываем дверь. Я первый раз так боюсь каких-то баб. Тем более еще и анимешных. Обычно наоборот, типа все фапают на них. А тут надо пугаться. Так, наверное, я выживу. В принципе, не так уж и тяжело это все играть. Вот. За награду нам дадут картиночку. Я это точно знаю. А вот если я умру, что будет? Да, ты здесь, я знаю, синенькая. А где желтенькая? Где моя любимая? Вот она сидит, симпатяшка.
Так, это до сих пор здесь. Я не понимаю, почему она до сих пор там. Мне кажется, это та игра, где я даже хочу умереть. Чтобы ко мне они подошли поближе, и я с ними познакомился. Не знаю, мне, наверное, энергии даже не хватит. Так. Что-то энергии маловато. Так, синенькая идет. Нет, я хочу умереть от желтенькой. Желтенькую мне давай. Все, она рядом. О, да, какая секси. Так, закрываем. Да, я сразу говорю, типа, насчет 18+. Какие 18+, ребят? Тут, ну, на это перебонька как-то тяжко, я бы сказал. Вот. Так. Все, она уже должна была уйти, да. 4 часа ночи. Сначала я подумал, что это за звук такой. Было похоже на шлепание груди. Вот. Не знаю, слышно вам это или нет. Немножко такое, что такое. Но это камера. Это камера. Звуки такие издает. Желтенькая. Черт. Ну, короче, я, походу, откидываюсь, да. Не стоит только так вот смотреть. А где наша? Вот это почему-то до сих пор стоит на месте. Я не понимаю, почему. Хотя она тоже... Короче, желтенькая, вот это вот самое главное ихняя, коричненькая, они типа самые такие классные. 5 часов, ну я походу выживаю. Наверное, выживаю. Так. Ну они сейчас должны уже будут ко мне подойти. С двух сторон. Это смотрит и это. Даже не знаю, какую выбрать. Так. Ну я могу специально потом слиться, ребята. То есть, если я сейчас пройду, я потом специально сольюсь. Так. Ой, 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 тихо. Так. Так, еще там она. Должна уже уйти. Блин, заряд кончается. 40%. Сейчас сдохну. Я умру от каких-то анимешниц. Анимешницы пытаются убить Рязана. Шок. Ой, какие у нее сиськи, бляха. Так, быстрее закрываем. Нет, энергия кончается. Мне хана. О, фак. Короче, я чуть-чуть не подрасчитал. Но это из-за того, что... Бля, мне пизда. Это из-за того, что я вначале немножко засматривался на них. Да, а, не, я прошел, красавчик. Я выжил. Сиськи все-таки не сильнее Рязана. А где вот это вот? Ей! Controls. А где... А где картинка? Алло. Я не понял. Что-то как-то не очень. Где картинка? Ладно, давайте я специально сольюсь. Вот. Я прошел, и картинки нет. Как так? Ладно. Давай, давай, давай. Фазбир аниме. Тын. Почему таких аниматроников нет в реальной жизни? Ну, я имею в виду где-нибудь в России. Я бы сходил в такую кафешку, да. Короче, делаем вот так. Вот так. И смотрим, вот они, не трое стоят. Три стройняшки. Энергия сейчас очень быстро сядет. Смотрите, как быстро прям. Я, конечно же, так не пройду. Давайте просто посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, это маска Тоби, это маска Ичигу, а это маска... Как же это аниме называлось? Там про духа, короче. Точно не помню. А тут у нас типа какая-то кровь на стенах, ну, хотя не может тут быть крови, просто какие-то пятна, может быть. Тут, видите, все убрано, типа, ну, заведение еще в рабочем состоянии. Так, вот это вот пытается нас соблазнить, тут такая сидит. А, куда вы делись? Желтенькая пока на месте с коричненькой. Синенькая пытается к нам приблизиться. Ну, синенькая самая маленькая грудь. Желтенькая, по-моему, самая большая. Вот. А это самая стройненькая и самая симпатичная. Так что выбирайте, что вам нравится больше. Грудь. Так. Там закрыта дверь, ты ничего мне не сделаешь. Ха-ха. Грудь. В целом фигурка или... Синенькая.
лучше. Ладно, я совсем запутался, кто из них лучше. Так, теперь их тут две. Почему это стоит, я не понимаю. Ты будешь куда-нибудь идти? Или ты будешь стоять там? Что за дела, что за ботва? Так, привет. Давайте, ладно, пока я жду. 27 заряда осталось. Примерно в секунду... В 2 секунды один заряд, да. Или даже один заряд в секунду тратится при максимальных затратах. Вот я еще и энергетиком стал. Подсчитываю все. Все, сейчас я умираю, да, 100%. Ну, я прошел, а потом я специально умер. Все нормально. Так. Где же вы? Идите ко мне. Я хочу умереть от желтой. Давай. Отлично. Желтенькая, иди ко мне. А двери-то закрыты, как они зайдут? Они открываются, наверное, автоматически, но это немножко глупо. Типа дверь автоматически не сможет открыться, если у нее не будет энергии. Эй. Я здесь кто? Ой, блядь, сука. Нет, это кто? Это синяя. Только не синяя, я не хочу от нее умирать. Я не буду на тебя смотреть. Где она? Она играет со мной. Бля, у меня мурашки по коже. Тихо. Где она? Где ты? Ааа, блядь, сиськи. Нихера себе. Она меня затрахала до смерти, да. Хорошо, что хоть сосков не видно, а то бы меня забанили за это. Ну так-то нормально. Господи, я реально испугался. Твою мать, вот эта игра. Офигеть. The Five Nights at Freddy's. Меня изнасиловали официально. Это ж коричненькая была. Ну ладно, хоть получше, чем синенькая. В общем, такие дела, ребята. Охранника убили путем изнасилования, потом его, наверное, съели, его член потом съели, да, ну это ж аниме, тут без этого не обойтись, и расчлененка обязательно. Короче, прикольная игрушка, вторая ночь будет в следующем выпуске, спасибо, что посмотрели, ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите видеть продолжение, ну и любите, играйте в игры, и возвращается Рязан со всякими галимыми играми по типу таких... По типу хорроров и прочего дерьма. Ну, вы любите все это, да. Всем пока.